всплыли. Даша, кто твой самый любимый моб в Майнкрафте? Рыба-шипучка. Ну что, Даш, мы скоро уже приедем-то? Где там? 300 метров. Ё-моё, долго. Ой, Даша... Даш, тут как-то полно людей. Твою мать, иди отсюда. Катя, мне тут... меня бьет, а у меня очень мало жизни. Все, поздняк. Как? Подбери мои вещи, прошу тебя. Тут слишком много людей. Твою мать. Все, давай ждать ночь, день. Кто к нам идет, блин? Сейчас я с ним поборюсь, и все будет супер. Мне кажется, в нас стреляют. Конечно, приключения у нас интересные очень. Иди сюда быстрее. Сейчас мы всю ночь проплаваем, нормально будет. Че, когда там утро-то? Не знаю. Катаемся. У меня голова кружится от твоих вертлений. Все, я высадилась из этого. Лодку мою украла и кружит. Тут тоже кто-то тусит, да? Ё-моё! Даша, откуда тут так много зомби? Куда не везде. Ну не может же их быть так много. Ну я сожалею. На меня никто не идет. На меня кто-то идет. Будь добр, не ходи ко мне, я занятая женщина. Вот Энтерман единственный человек, который все понимает. Не лезет, когда его не спрашивают. Не стреляй в меня. Это пещера. Это она. Это мой фонарь. Это мой фонарь, я его сюда поставила. Я его сюда поставила вчера. Нет. Да. Нет. Я тебе покажу все документы. Тут слишком много людей. Ой, отстань от меня. Все. Сложно с тобой разговаривать, ты вообще ужасный человек. Я вообще самый легкий человек из всех, блин. Со мной коммуникация просто на раз-два. Там кто-то опять тусит, да? Не понимаю, это ко мне или куда? Даша! Попадала лука. Все. Ну ты козёл, а? А ты где? Ты со спины крыса! Реально крыса. Привет! Не, я туда не пойду. Я вас там оставлю. Флиртуйте там дальше вместе сами. Почему они там в уголочек свой забились. Я думаю, им не стоит мешать. У них там такая приватная обстановка. Я им, конечно, факел поставлю для антуража. Для атмосферы, так сказать, от романтичной. Ой, это ты! Это я! Катюха, здесь стопудово будут алмазы. Мне кажется, здесь стопудово будет наша смерть. Алмазы! Аккуратно. Так. Мне нужно передать так. Себе срочно. Нет, да. Я не знаю, так. Ты сейчас умрешь с ним. А ты в каких местах ходишь? Я тебя вижу. Тут еще и лава. Я пойду в ту сторону схожу. Что? Я вообще не удивлена, честно говоря. Где они остались? Я тебе не доверяю их. Я... Вытащи ну, конечно. Меня, блин. Конечно. Я могу тебе, конечно, кирку ту взять. А обратно как? Привет, крипер, друг мой закат... упал.